На пересечении улицы и переулка с одним названием «Российский» находится автомойка 25 часов. Вот они мыли-мыли машины, намыли себе капитал и сделали пристрой. Стройка еще продолжается. Хотят еще шиномонтаж соорудить. Бог им помощь. Удачного завершения, удачной помощи людям на дороге. Это переулок Российский? Это переулок Российский. Строительство идет полное. Вот пересечение, уже улица Российская. Монтаж уже работает. Шиномонтаж 24 часа. Пятое колесо. Скорее всего, пятое колесо перекупили. Я так почему-то думаю. Молодец, что так думаю. Ну, оформление сейчас красиво становится, конечно. А то было не так. Придем по завершению. Да. Видите, мы сюда приезжаем на мойку автомобиля. Вот с этой стороны въезд на автомойку, которая называлась 25 часов. Мыли хорошо, плюс кафетерий для водителей в ожидании мытья. И через окно можно было наблюдать за процессом мытья машины. Ребята добросовестно работали. Посмотрим, как дальше будет. Сквозной выезд. Отсюда выезжали, и с противоположной стороны выезжали. Ага, администрация уже идет. Как всегда, снимать нельзя, скажет сейчас.